Дорогие овощеводы, на канале Семена Партнер сегодня обзор одного из самых урожайных гибридов томата под названием «Покрасневшая невеста». Да-да, вам не послышалось. «Покрасневшая невеста». Вот она как покраснела, наша невеста. А посмотрите, сколько еще покраснеет. Я даже боюсь представить, что же здесь за урожайность. Потому что здесь кисть на кисти и вообще все усыпано яйцевидной формы плодами. Ярко, насыщенно красного цвета, растение индетерминантное, рост у него не ограничен, урожайность просто потрясает. Вкусовые качества, поверьте мне, этого гибрида изумительные. Хотел бы отметить, что он устойчив к заболеваниям. Он раннеспелый, через 85-95 дней краснеют первые кисти в защищенном грунте. Также выращивание возможно и в открытом грунте, как коловая культура. Вбиваем кол, привязываем томат и выращиваем. Но опять же, чем-то, конечно, лучше накрыть в период, скажем, там, конца мая, начало июня. Итак, плодик покрасневшей невесты весит 115 грамм. Давайте посмотрим, что же он из себя представляет на разрезе. Ну, разрез очень интересный у него. Посмотрите, насыщенно, ярко. Красный цвет. Гибрид пойдет отлично в засолку. Мясистенький. Прямо просится в баночку. Итак, давайте-ка попробуем. Сахар. Очень душистый. Даже ягоды, что ли, какой-то отдает. Клубничкой. Очень вкусный томат. По вкусу вообще вопросов нет. Здесь есть вкус, урожайность, плотность, значит, транспортабельность. Отличные засолочные качества. Подойдет для маринования. Пожалуйста, формируйте в два стебля. Первая кисть закладывается над 7-8 листом. Растение, как я уже сказал, раннеспелое. Прищипните на макушке в начале августа, чтобы дать возможность созреть остальным кистям. Потому что посмотрите, сколько здесь еще поспевает. Эти плоды мы привезем на выставку Flowers 2018 в Москве. Обязательно вам покажем. Как раз они уже к этому времени созреют. Рекомендую, выращивайте, получайте более однозначно 18 килограмм с квадратного метра. При схеме посадки можно 5 растений на квадратный метр, это уже очень компактное растение. И семена вы можете приобрести в нашем фирменном интернет-магазине семенапартнер.ру. Если вам понравился сегодняшний обзор, понравилось сегодняшнее видео, да и понравился этот томат «Покрасневшая невеста». Да, название, согласен, странное. Ну, дизлайки не надо за название ставить. Главное, качество. Угу. А я с вами прощаюсь. С вами был директор агрофирмы «Партнер» Блокин Мечтарин Василий. До новых встреч. Пока.